Хибана не умеет управлять автомобилем. Ну понятно, баба за рулем. Используйте пластины. Давай, короче, в подвал спустимся. И ну, там их всех спустим в подвал. Пластину возьми. Ну давай, подвал. Вот. Так, ну там Дима у тебя рядом. Там у тебя Дима рядом. Оба. Меня уже положили. Ого. Откуда только они? Вон там. Пробитие. Снял одного. Еще есть, еще есть. Первый этаж еще есть, еще есть. Подвал есть на метке. Два человека, первый этаж. Так. В подвале я на там 5 хп. Здесь в комнате есть кто-то. Были. Ну, на нее. В подвале там, эшка, эшка. Там, там Яна. На Яну чихнуть осталось. Она в подвале сейф взломала. Смотри за Юр, просто смотри за ним. Вон, вон она, ты ее видел, вон она, Юр. Ай, на. Остался всего один из наших. Давай, Юр, со снайперской винтовки. Патроны. Справа, слышу. Вон за этим красава. Стражники вперед! Кому скажи, что этот парень на 710-й NVIDIA играет, никто не поверит. Кто, кто? Кто, кто? И вас. Я на 600-й играю. На 650. А я вообще на МД какой-то хреновый. Термит! Третий этаж. Тебя быстро найдут. Я на третьем. Где? Один жулик. Это под тобой. Фор. Одиночку нас не одолеть. Вот смотри, Юрок, он в тебя стрельнул, он, и он не попал, а ведь он попадал в тебя. Промазал он. Промазал в него фор. Промазал. Мы давай устранили соперников. Разберитесь Троник с ними. Укрепляйте жилеты. О. О. Дроны кончились. Третий этаж, кто-то заходит. Заходят на третий этаж, блин. Снял. Тут запия, третий да, этаж. Да, понял, на понял. Мне. Она не одна. Снял. Там капитал с ней еще. Если он не ушел. О, сзади, Юрок, сзади, сзади. Дал метку на... А, не успел, короче, капитал. В подвале. Амару. Снял. Добейте последнего. Капитан, вот здесь. Подвали по.
Ну в подвал, походу, сейф скинул, нет? Да, где хлебушек? Из наших друзей еще жив. Держись! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Взламывает, Юр. Как должны охранять сейфы? Сзади. Всех убили. Теперь можно расслабиться. Разойди, стреляю! Еще один. Сейф вскрыли. Использовала адреналин. Отличная работа. Остался один. Нам везет. Ребят, выигрываем. Отличная работа. Рип. Теперь о нас заговорят. Нога такая торчит, Сань. Смешно. Да, это Валька. Что-то не помню. Я тоже не понял. Сейчас объясню вам. Это типа он говорит своей команде, вы что, на сиськи смотрите? Или что делаете? Подковал типа их. А на чьи? Надо было Вальку с молота убить, она смотрела как раз. Александр в радугу зашел. Надо тогда ченч после этого. Глядите в оба и будьте готовы дать отпор. Использовала адреналин. Сейчас он рванет! Ой, там это. Поставлю зарядку. До свидания. Сейф мигом открылся. Остался один. Все, там Скайфорс. Мы справились. Я проставляюсь. Ну, черный экран. Черный экран. Меня тоже, да. Малевич. Творчество оно такое. Его не понять. А так это реклама, Малевич заказал. Я пойму, чей за каракули, которые выставляют. Чего-чего? А ты посмотри там рисунки. Там большинство какая-то смесь красок. И все. Ты о чем? Ай, забей. Ты о картинах или... Хорошо. Об искусстве, об искусстве. А, об искусстве. А, он... Я думал, он об игре еще. Ну там правда, сейчас современные, ну, так, современные картины, ну... а-ля как Дали, например, если кто в теме знает, кто такой Дали, там вообще, там Курну автор очень хорошо. Да что Курну, просто краски разлил. Ничего не отдадим. Так, по сути, всякая картина это просто разлитие красок. Просто в разных местах разлиты. Что, ребят, философствую? То есть, получается, из детского сада уже миллиардером должен. Один из воров еще жив. Когда? Когда мы... вот это... Славно потрудились. Слушай, как Зофия крикнула. Хакерс. Вот это хакеры? Видел повтор? Я прям в упор вижу.
Я только успел, что сейфу покрутить. Ой, блин. Соберитесь, есть еще один сейф. Ой, это последний сейф. Ловушки! Чак. Да вы серьезно, вы вышли ютом 16. Саша, аж так же попробовать. Все выйдем туда. Выживет ли последний? Кто-то упал. Вон она, стой быстрее, давай, да давай, да. Что ты выпендриваешься-то? Всех убили. Теперь можно расслабиться. Может, он хочет красиво, красиво это сделать. Нормально, все четко было. Он прям. Я думал, что он ее ударом просто сишкой даже убьет. Кастрюля. Кастрюлька, да. Не, ну я с кухни украл.